Ви поїдете за останній чоловік, який понятно. Що це такое? Що я вроді про що незаконно? Ви їдете, що незаконно. А куди ви проїхали? А за що ви проїхали? Давайте всіх заберемо. Снимайте незаконные действия полиции. Запоминайте номера машины. Снимайте. Вы кому защищаете? Людей или кого? Что вы такое? Представьте. Что вы такое? Представьте. Как ваша фамилия, милочка? Покажите это документы. Знать надо, если ты в Магнолии активировал. На камеру, пожалуйста. Вы забавязаны, потому что вы при исполнении служебных обязанностей. Вы незаконно обладающий человек, и начали ему заламывать руки. Уважаемый громадянин полиции. Ви бачили, у нас є відеофіксація, ми будемо жалуватись. Всі. Ви з якого району? Будьте добрі, будьте так ласкаві. Робіть свій протокол. Ви вас безпреділ нікому не потрібен. Ви вас безпреділ нікому не потрібен. Давайте всіх забирайте. Давайте мы сейчас историю собирать не будем. Сейчас нам надо... Вы нам подойдете. 2012. Смотрите, я еще... Здесь около 70 человек, которые готовили... Сейчас начнется разбой. Я могу это скомбинировать. Разве надо, они же подойдут. Там гранаты зараз кидают. Чеки валяются. Кто тут был, кто сюда зашел? Нет. Вот зашли бывшие хозяева, нормальные люди, которые здесь были. В них бросают опять гранаты. Представитель фирмы разговаривает сейчас, один, второго. Там разговаривает прокурор стоит, зампрокурора, и ваш в очках вот, проводник. Давайте зайдемте туда. Thank you.